Я это как закимарил. Ну. Ну, первый-то я получил сразу же. Федя убегает. Я смотрю за ним с чем-то. С чем? Что-то взял, я не знаю, что он взял. Это, и Федя голову разбил. Затем злоумышленник переключил агрессию на другого мужчину. На выходе из вокзала он повалил потерпевшего на землю, стал бить ногами по голове, после чего скрылся с места преступления. В результате нападения второй потерпевший получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. После задержания подозреваемый признался, что из-за алкогольного опьянения не помнит о причине своего поведения и совершенном деянии. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.